Около 8 часов утра 22 марта на 3-м километре Сахаровского шоссе произошло сразу 2 аварии. Причина – покрытая льдом, необработанная песком дорога. В кювете УАЗ «Патриот». Водитель говорит, уходил от столкновения, не справился с управлением. У вас резина, скажите, нормальная? Ну, она шипованная, зимняя. В 50 метрах сугроб защитил от вылета в кювет Toyota Land Cruiser и Peugeot. Это скользко. Ребят, все нормально? Все живы, здравствуйте. Скажите, в чем причина? Дорога скользкая? Да? Ничего, все, помощь нужна? Нет, спасибо. Точно? Спасибо. Никто не пострадал, да? Нет, пока еще. Ваша вот эта Toyota, нет? Toyota, да? Да, уходил, видите, как уходил. А уходил от попутной? От встречной. Вот встречка, как стоит. Вот эта встречка? Вот эта встречка. Ничего себе. Ну скажите, это вина. Но скользкая дорога, в чем дело? Конечно, лед. Лед. Спустя несколько минут к месту аварии приехала машина специальной пожарной части. С огнеборцами первая медицинская помощь, которая, к счастью, никому из участников аварии не понадобилась. Такая дорога и такие гололеды. У нас, как обычно, никто не подготовлен. Они не готовы. Спустя считанные минуты УАЗ поставили на колеса. Скорее всего, по сообщениям автомобилистов, Сахаровское шоссе обработали от гололеда. Весенняя дорога опасна. Ночные заморозки превращают ее в лед. Не забывайте об этом. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. 21 марта Тверь простилась с Евгением Удалом, погибшим в зоне специальной военной операции. 38-летний Евгений Викторович жил в деревне Жданово. Прощание с ним проходило неподалеку, в Доме культуры поселка Сахарова. Десятки друзей, сослуживцев, просто жителей поселка пришли в этот день проводить героя в последний путь. Он такой же, как и танкист. Командир 1-й танковой роты, боец, погиб, защищая Родину. Царство небесное нашему парню, казаку, моему казаку, хлопцу моему. Кто там был, это все понимает. Но не могу говорить. Среди тех, кто приехал в этот скорбный день проститься с Евгением, братья-десантники. Евгений Удалый проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Но в зону СВО отправился водителем-механиком танка. Ушел добровольцем. Это было его осознанное решение. Вот он никого не спрашивал. Он сказал, я пойду. Все, у меня завтра или послезавтра отправка. И он хотел жизни. И когда мы его провожали... Его последние слова были, даже видео есть, что спите спокойно, я буду охранять ваш сон. Он хороший был отец, сын, брат. Вот рухнула наша стена, наша опора. Доброволец, сотник Центрального казачьего войска Евгений Удалый погиб 4 марта в ходе боевой поддержки атаки сухопутного подразделения укрепленного рубежа и освобождения мирных жителей населенного пункта. Проявив смелость и мужество, экипаж танка ценой своей жизни обеспечил успех атаки, сохранив жизнь мирным жителям и боевым товарищам. Вот приказ о награждении офицера-казака Удалого нагрудным знаком 200 лет Георгиевскому кресту. Это первая посмертная награда. Я сам участник СВО, прибыл недавно. Тяжело своих, конечно, бойцов хранить. Ну, война есть война, что сделать? У Евгения осталась семья, 2 детей, 15-летний сын и 9-летняя дочь. Им важно помнить и знать, отец погиб как герой, защищая отечество. Всем ребятам, которые сейчас находятся, да, защищают наше небо, чтобы мы спали спокойно, да, голубое. Всем ребятам я желаю крепкого здоровья и чтобы все вернулись живыми. А их семьям я желаю большого крепкого терпения, чтобы всегда была весточка, что я жив. Евгения Удалого похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Дмитрова Черкасского кладбища. Слава героям!